What is more difficult, I think? Let's try to say something. Imagine that we know that it's a median, and we don't know that this is now perpendicular, but we know that this is a median, and this angle is equal to this angle. So it's a median and a bisector line. The same time, and we want to prove that the triangle is В общем, нарисовать медиан еще один треугольник.
Сейчас, отразить по своей стороне отца можно, но... Сделать, да, нарисовать такой же... Только вниз. Только вниз. Так и порядка будет вершина. Ну хорошо, значит, можно прямо вот так его отразить. Ну, давайте отразим. Только я что-то не знаю, что это даст, но давайте посмотрим. Ну ясно, что середина, если останется середина, она прямо так и ляжет. Да, тогда угол АБ'М такой же, как АБМ. Да, вот этот угол такой же, как, естественно, эти два были разные, и эти два равные, и эти два тоже, просто тот же самый угол мы перевернули. И это тот же самый угол мы перевернули. У меня получается равнобедренный треугольник БАБ'. Получается равнобедренный треугольник Б. Но то, что он равнобедренный, это и так более-менее понятно, потому что да, это одна и та же сторона, отраженная. Да, и причем этому треугольнику Б, А, Б, С, Д. Давайте ответим, что он равнобедренный. Да. И ему чего? Равен треугольник Б, С, Б, Ш, Три. Почему он равен? Но у них углы равны при основании. У них равны углы при основании. Сейчас, что-то я не понял, а где мы использовали, что это медиана? Представим себе, что это не была бы медиана. Мы считаем, что это просто одинаковое деление там и там. Главное, чтобы не сильно. Мы должны как-то были использовать. Представьте, что мы нарисовали медиану. Мы используем так, что МА и МС равны. МА и МС равны. Да, но где мы это используем? Вы представьте, что у нас они не равны. Какая-то такая картина. Куда-то в блок. Нам нужно, что они равны. Так? Ну да, но мы должны это как-то использовать. Если бы... А тогда получился четырехугольник. Если бы это как бы кто-нибудь отошел, например, да, вот на этой картинке это четырехугольник. А, проблема в том, что совершенно непонятно, почему это продолжает друг друга. То есть мы, да. То есть вопрос в том, почему БМ и МБ' составляют одну прямую. А потому что это высота. Нет, этого мы не знаем. Нет, в этом вся проблема. На самом деле у нас есть проблема с вашим решением. Смотрите, мы отогнули наш треугольник. Да. После этого. Значит, что мы знаем? Что это равно этому? Мы знаем, что это равно этому. Что? А. Но это же биссектриса. Эти треугольники – это биссектриса, это биссектриса. Но нам же дано, что БМ – это биссектриса. Да и что? Я могу уже ведь не просто отразить, а продолжить биссектрису. Нет, подождите, но мы пока не знаем, что у нас равномерно. Поэтому, когда мы отражаем, то это уж как получится. В чем была проблема с этим решением? Была и есть проблема. Проблема в том, что мы не можем рассмотреть треугольник АББ'. Не можем, конечно, рассмотреть, но этот треугольник не может не проходить через М. То есть, в принципе, мы не знаем, может быть, это на самом деле получается такой вот четырехугольник. То есть, отразить-то мы его, пожалуйста, но с линии М это, в принципе, может не состояться. И это нам ничего такого вообще-то не даст. Может, без построения. Без построения, да? Значит, хорошо, понятно ли в чем, Коль, понятно ли в чем была проблема вот с вашим решением? Да. То есть вот проблема в том, что мы не доказали, что БМ и МБ' лежат на прямой. Это было бы верно, если бы мы знали, что это угол прямой. Тогда бы эти два угла образовали бы вместе 180. Все было бы хорошо. Если бы мы знали, что это биссектриса и высота, то это мы уже и так решили. То есть проблема в том, что мы этого не знаем, и чего делать не понятно. Теперь предлагается новый способ без дополнительного построения. Очень хорошо, Я просто думала, что... Сейчас, давайте я восстановлю хотя бы условия. А, Б, С.
Нам известно? Нет. Нам известно, что медианы совпадают с бисектрисой. А совпадает для нас высотой, мы пока не знаем. Вообще-то, конечно, когда мы докажем, мы узнаем, что они все совпадают. То есть это и медианы, и бисектриса. Пока мы знаем только, что это медиана и бисектриса. То есть нам это. Высота это или не высота, это так формально мы еще не знаем. Да, если мы докажем этот прямой угол, будет уже очень хорошо. Да, если мы знаем, что прямой угол, мы уже доказываем. Да. Проблема в том, как это доказать. Что А и Б прямой угол? Что А и Б прямой угол, если вот мы знаем только то, что есть два угла равны, эти два отрезка. Перегнуть чертеж по медиане? Ну давай попробуем. Тогда этот угол, ну давайте вот так действительно перегнем. Тогда, поскольку это бисектриса, то это наложится прямо сюда, да? Да. И CN наложится на FA. И CN не обязательно. Ведь мы же не знаем, что это прямой угол. Он может пойти как-то, так сказать, ну вот, там, вот мы накладываем, значит, пойдет вот, правильно пойдет сюда. Но потом как-то наложится вот так. То есть CM будет равно M. Ну вот, да, это будет C'. То есть этот отрезок будет равен этому отрезку. Но поскольку мы не знаем, что угол прямой, то это вполне может как-то наложиться иначе. Она не может, что смотря. Ну давайте попробуем. Как же мы. Как же мы должны это делать? Да, попробуйте, да. Но известно, что BM это бисектриса. Да. Которая делит вот этот вот угол 180 градусов пополам. Нет, она делит этот угол. Нет. Если вам делила этот угол пополам, значит высота. Это все. Нет, бисектриса это такая, в принципе, если у нас другой неравномерный режим, мы не так можем, то бисектриса себе вполне делает этот угол пополам. А этот угол она совершенно не делает. То есть, в принципе, пока мы не платим, надо как-то использовать все, что мы знаем. Ну чего, какая-то есть план, что же делать? Можно и хитрость при всяких применять, что когда есть медиана, то полезно ее продлить. Это здесь особенно странно, но тем не менее. А можно ее продлить? Ну, продлить, я думаю, что лучше продлить, как раньше мы продлевали, за ту сторону, куда она. Если продлить. Давайте мы. Это как-то выглядит довольно глупо, с чего мы это делаем. Но поскольку сегодня нам уже. Один раз помогло, давайте попробуем еще раз. Лучше делать в ту сторону, чтобы вытекать другой. Нет. Сейчас я хочу получить. Мы продлеваем медиану BM на ровно тот самый отрезок, на который она была. Значит, какова ее длина? Я могу доказать, кажется. Ну давайте. Значит, что будет, что делать дальше? Получаем какую-то точку. Значит, мы ее раньше продлевали и соединяли с А и С. Ну, давайте еще соединим с А и С. Значит, теперь мы уже знаем, что это одна прямая. И тогда это вы тоже тогда. Чего тогда? Тогда вы, М, Б, С равны. Кто кому? Значит, у нас вот есть вот это, видите? И эти углы, да? Вот это равно этому, это равно этому. Значит, вот эти треугольники тоже равны. И чего? Что нам надо дать? Вот те, которые белые, тоже равны. И те, которые белые, равны. Только что это нам дает? Значит, значит, этот угол. А, Б, С. А, значит, М, Б, С.
С равняется М, В, Б штрих, а вот этот угол соответствует этому углу. Да, я не буду как-то что-то там вернуть. И поэтому М, В, С равняется А, Б штрих, М. М, В, С. А, вот этот угол М, В, С равен вот этому углу, потому что белые треугольники равны. Да, мы знаем, кроме того, что это была биссектриса, поэтому вот эти все четыре этих угла равны. И чего в этом хорошего? Значит, Б, Б штрих С и Б штрих А, Б тоже равны треугольнику. Б штрих С. Б штрих С, Б и Б штрих А, Б тоже равны. Б штрих С, Б.
So we know that BM is a median line and a bisector line at the same time. So what we do, we extend BM to be prime at the same distance. So construction. So now it's not something we should prove, but it's by construction. BM is equal to MP prime by construction. So next step, ABM is equal. ABM is equal to what? To other green triangle C B prime M. So this angle and also BCM is equal to B prime AM. Green triangles and white triangles are equal. Each to each other, green are equal to green and white is equal to white. Then we say CBM is the same as MBA, and it's equal because it's a bisector line, and it's also equal to CB prime M because the triangles are the same. So CBM is equal to CB prime M. So this is a triangle, but the angles are the same, the sides are the same. So CB is equal to CB prime. And CB prime is equal to AB because of this equality of triangles. So this is how we prove that this is equal to this. Окей, все, is it clear? So, может, могли бы проследить, чего равны и какие-то.